Это Ефимия Шенансо. Мы ее зовем Шенансо. Девочка. 2 месяца. Предлагается. Девочка гладкошерстная, ярко-ярко-рыжего окраса, с беленькой такой вот отметинкой на лобике, с беленькими носочками. Покажи нам свои носочки. И с беленьким хвостиком на кончике. Вот такая вот кукла. Имеет документы Российский кинологический союз, клеймо в паху, обработки, прививки все по возрасту. Кому интересно, обращайтесь. Вот такая крошка, доченька нашего Елисея. Девочка от стандартных родителей, но она совсем не крупная пока что. Крошка. В 2 месяца весит 800 граммов.